Всем привет, с вами Крошик Дэй Гейм. Сегодня я снимаю с моей мамой Икею. Да. Мы сегодня хотим сделать себе дом в романтик стиль. То есть завтра День Святого Валентина, поэтому сделаем в таком стиле. Да, будет у нас все красивенько, да. Сердечки там. Да. Такие. Да. И главное, фантазия и хотелка. Да, хотелка. Давай откроем, посмотрим, так, что там. Давай сейчас, где мы будем строить? Давай возьмем такую хорошую большую площадь. Вот здесь? Нет, тут слишком навалено все. Давай. Можем здесь. Вот. Здесь? Вот, да, классно. Убирай все столы. Убираем. Так. Давай, сложим. Ой, что сложивать? Столы. Убираем, просто удаляем. Все, удалили. Да. Заходим в спавн-меню. Что здесь такого романтичного? А мы пол можем поменять цветом? Конечно. Давай поменяем пол цветом. Так, и смотри, любой, абсолютно любой предмет можно поменять цветом. Абсолютно любой. Нам надо поменять... А что это будет? Это пистолет, в котором можно увеличить, уменьшить, удалить. Покрасить тоже, смотри. Выбираем любой цвет. Ну, давай такой розовый. Нежно-розовенький. Вот такой. Да, да, супер. Он такой яркий будет, не? Вау, вау, слушай, мне так нравится. Да. Как быстро. Из реальности тоже так можно было делать ремонты. Смотри, как красиво получается. Но вообще романтик, это может быть еще и красный такой. Да, но я хочу розовый. Давай дальше. Так. А что там такое черное? Что это? Это Хьюберт, мы его тоже в розовый можем покрасить. Ну-ка, давай. Ой, шкаф покрасила. Ой, прикольно так. Сейчас. А давай твой чудика. Ой. Чудика там вот он внизу сидит, который. Силач? Да. Прикольно. Подожди, а давай от этого Хьюберта. О, все, он романтик. Пинг. Давай дальше. Убираем пистолет. Сначала давайте заспавним. Да. Так, что сделаем? Давай мы сделаем с тобой... Мишка романтичный. Мы давай отделим комнату, да, зона отдыха и кухня. Кухня, да. Так, есть романтичный холодильник? Покажи, где он? Романтичного холодильника нет, но мы его можем покрасить. Так, давай мы его сделаем. Ну, только не надо делать все слишком розовым, потому что если мы все сделаем розовым, будет неинтересно. Да, потому что надо каким-то таким темным, да? Каким-то таким, чтобы был контраст. Да, давай. Так, надо взять... Ой, я уже... Давай мы сделаем сначала спальню. Ладно, хорошо. Хотела кухню, ты голодная? Да, я голодная. Не, ну давай я... Съешь бананчик. Нам надо сделать розовый банан. Мишка романтичный. Да, какой-то он не мишковитый. Это что такое? Покажи. Он такой интересный по форме. Он такой толстенький. И голова такая маленькая. Ну, кажется, это он прям, помнишь, такой в Икее настоящий был? Я не помню такого в Икее. Он был такой, просто его не видела. У меня почему-то панда в голове и акула вот эта вот классическая. Вот, кстати, мы можем акулу взять тоже. Ну давай начнем делать комнату. Подождите, карандашик, он может светиться радужным. Да, он красивый. Так, и сейчас мы делаем, чтобы он светился розовым. Ну... Или разноцветный? Давай. Сейчас. Слишком розовый. Слишком розовый? Да. Вот так хорошо. Да. Так, что будем выбирать? Давай сделаем зону спальни. Спальню. То есть нам надо сделать кровать. Кровать. Кровать мы уже можем сделать готовую розовую. Смотри. Ну давай. Не, давай белую. Белую хочешь? Белая кроватка. Нам будет присесть. Не, что-то она не слишком такая. Она не белая вообще. Подождите. А если сделать... Глэс, попробуй. Подожди, глэс? Да. Стеклянную кровать? Вау, это как мрамор такой белый, красивый. Давай, подожди, я и пластик. Где пластик? Айс, давай лед будем и потом морозить. А где айс? Все? Так она ничего не поменялась. Да, потому что это одинаково. Так, мне надо найти пластик. Потому что пластик... Я вижу, вот пластик. Где? Прошла. Тут, нет, еще. Не. Тогда, ура! Ура, наконец-то. И вот, давай, смотри. Ставь кровать. Так. А есть побольше кровати? Это, мне кажется, маленькая. Смотри, какая красивая получилась. Вау, какая красивая получилась. Белая. Угу. Не, ну я думаю, такая достаточно, только да? Только Мишка как-то не в тему там рядом. Мишка, я могу его покрасить. У него здесь стенки. Где-то давай...
пой. Ну, так нормально. Коза пила. Ничего. Не, нормально. Ладно, вот так, да? Да. Но только не к концу, поближе. Что вот так? Так. Есть тумбочки прикроватные? Конечно. Сначала Мишку надо. Мишку сади на кровать, пусть отдыхает. Вот он бедненький, устал. Все. А можем его в какой-то цвет покрасить? Давай его покрасим. В какой? Давай его сделаем, покажи цветовую гамму. Так, есть. Давай мы его сделаем бежевым. Такой вот не еле-еле, но даже как слоновая кость. Возле белого. Цвет возле белого. Посмотри, вот такой вот у меня есть. О, давай попробуем. Пук! Ой! У него глаза исчезли. В общем, такой стрёмный стал. Да, какой-то стрёмный. Лучше вернём его, да, таким пусть будет. Такой. А нет там красных мишек? Красный вообще, красный 11 Валентина. Все красное становится. Не, ну розовый, красный. Сердишки. Кстати, с выступающим. Да-да, с днем влюбленных вас, пусть у вас все будет ок. Да. Я вообще не понимаю смысла в этом празднике. Ну, все люди, которые любят друг друга, они, как правило, показывают в этот день особенно, что они любят друг друга. Папа сказал, что куда-то нас пригласить, но мы не знаем куда. Ну, это будет сюрприз. Ну да. Ждем завтрашнего дня. И, кстати, я крутая, я сама себе йогурт купила за мамины деньги. За не только за мамины, за папины тоже. Ну и за папины, да. Ну я крутая, я буду в школе пить йогурт! Ладно, не подавиться, это все на тетрадку не надо, да? Да, 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 это самое главное. Кошка не пришла, не начала у тебя все выедать. Ой, да-да-да. Не, ну кошка вообще во время уроков ко мне не приходит, она все время в ванной, под унитазом. Нет, ну, там нет, она реально под унитазом, там, я все время там пришла. Там ковер, и там теплый пол, из-за этого она там и сидит. А если мне в комнату ковер принести? Так у тебя нету там теплого пола, так что... Все понятно. Ничего личного, давай мы достанем, у нас тумбочка. Где тумбочка? Вот это вот, давай. Вот это? Нет, ниже, ниже. Тут кресло, да, вот это тумбочка? Это микроволновка. А похоже на тумбочку, ладно. Смотри, есть, так. Знаешь, какое мое самое любимое? Пукейс, так, не подходит. Сейчас. Так, давай сразу точку поставим. А можно и точку ставить? Дом. Смотри. И если дом, мы, например, мой, белый, видишь, дом. Куда-то убежим, да? Да-да-да. Мы можем вернуться назад, так. Смотри, вот просто поставить. Вот так точку. Вот? Либо, знаешь как, смотри, либо просто телепортнуться. Вау, классно. И все, мы я дома. Я не знала, кстати, вот этой всей няшки. Да, вот теперь знаешь. Да, спасибо, давай все-таки мы достанем эту тумбочку. Какую тумбочку? А вот это моя любимая. Ну, так это... Или вот эту. В Икее такая тумбочка есть. Так какую, вот эту ставим? Ну да, мы же в Икее. Так, логично. Покажешь. Ой, а что их две? Она такая большая. Мы ее можем уменьшить. Нет, это прям огромная, не хочу такую. Мы убирать. Можем уменьшить. Можно уменьшить? Конечно. Ну, давай потом, я хочу поставить прикроватные две тумбочки небольшие белые цветом. Все, удаляем. Эти мы удалим. А может стены сделаем? Ну, давай. Как дом без стенов. Как дом без стен. Все приходят, хеллоу. Бай-бай. Бай-бай. Так, какой цвета будут стены? Стены будут у нас... Не белого, потому что белая уже кровать. Можем какого-то темного розового. Ну давай, попробуем. Смотри, вот такое есть. Ну давай, кстати, он очень даже... Давайте пластик возьмем сразу. Что пластик? Кто пластиковые дома строит? Мам, это всего лишь материал, он красивый. Три поросенка. Смотри, мама, смотри, какой он красивый. Очень красивый получился, да. Слушай, реально он как на тумбочку похож, не похож смотри. На Смотри, такой гладенький. Пустик, вот почему пустик. Вот почему я всегда этот беру. Так, один, так, вот так, все. Ой. Строители поймут. Слушай, хорошо, что никто не проходил, а так бы упало. Продавец хорошо, что не проходил. Ну, продавца, я думаю, можно. А продавцы вы где? А вот еще у тебя стена такая. Слушай, так это может быть подвесной стол. Да, как бы. У тебя опять падает, не? Нет. Сейчас как будто падает. Смотри, я вот так. А, да. Смотри, если такой звук. Значит, не упал, да? То значит, он никогда не упадет, если его не передвинуть. Тук, да? Тук должен быть. Да.
А теперь а как ты можешь неровно... много таких вот стенок наделать, конечно, да? Конечно, бесконечное количество. Пока вместе компьютер не сломается. Ничего себе, давай ставь. Так. Давай. Да подожди, я не могу ровно. Ну давай же. Я не могу ровно сделать. Остановись, выдохни. Оп, давай, пук. О, ну не так широко, но нормально. А там это там? Не, ну нормально. Нормально. Чувствую, а у тебя тут прям телепорт этой стены, да? Наверное. Одна удалилась, другая появилась. Мимо. Блин. You get the idea. Мимо. Блин. Блины хочу. Прикольно. Сама делай. Не помню. Ну, давай, давай. Стоп, стоп. Идеально, ровно, смотри. Смотри, даже текстура стены есть. А ну-ка, приблизься. Прикинь. Как крашеная стена. О, мага. Прикольно. Смотри, да. Один, смотри. Идеально ровно. А что, одна выше, другая ниже? Да. Ты ее перевернула? А зачем ты? Ты же вылезла за розовую полосу, за нашу. Не, ну, ну пусть будет, но я не строитель. Ну ладно, окей. Это наш стиль будет наш. Да, это наш стиль. Да. Что мне поставить? Так, и ставим кучу штучек. Это сколько раз ты нажала, столько раз их появилось, да? Да, и тем более еще мышка проводная. Мышка не очень удобна у нас. Сегодня, да. Ничего, я думаю, папочка. Да, ну играть можно. Папочка порешает. Через 3 дня приедет новая мышка, она будет идеально. Почему мне так идеально получается? Ой, как красиво получается. Прям давай. Это мы потолком вот это перекроем. Угу. А потолок давай мы сделаем розовый стеклянный? Давай. Так, таким же цветом красивым. Давай. Или как-нибудь другим может. Светлее каким-то. Не, ну не очень ровно, давай переставим. Так. Да, да, мне очень нравится, очень красиво получается. Спасибо. А где все игроки? Почему никого нет? Почему ночь не наступает? Потому что мы так сделали, чтобы ночь вообще смотри, никогда не... Смотри, вот розовый чудик как будто лезет на нас. Да, ой, страшно. А кто это вообще такой? Это Хьюберт. Хьюберт, это он убийца? Он, ну, можно сказать, да. Это он берет всех убивает? А зачем ему это убивать? Это ночью. Ночью? Потому что он есть хочет. Обалдеть. Он голодный, он, получается, людьми питается, что да, ли? Да, конечно. Да, слушай, я почему-то не знала, да, вот про такое. Ну, что-то. Потому что ты в Киеве со мной не играла. А давай сделаем одну стену стеклянную. Вот там. Да, да, окей. Да, давай. Так. А что это за коробка лежит? Какая коробка? Где? Это холодильник. А зачем ты достала холодильник? А то умывальник, не? А, не печка. А вот это печка. Это просто я их расставить еще не успела. Так, мам... Слушай, на самом деле, Икея мне очень нравится. Почему? Потому что можно придумать действительно очень дизайн. Много всего. Дизайн и много чего вот можно посмотреть и даже купить. Потому что вот мы были в Икее, я вижу то, что я видела в магазине. То есть я могу тут построить визуально себе, сделать да. дизайн комнаты. То есть ты можешь сделать свой дом, да. приставить вещи из Икеи. Вот, например, даже детскую. Вот сейчас я могу... Это даже цвета подходят для детской комнаты. Я сделала себе. Потом взяла, нашла... Вот смотри, а ты знала то, что все даже... Знаешь, что есть в... Что-то тут криво. А ты знала, что здесь даже ездить можно? А где ты? Покажи себя, я не вижу. Ты от первого лица играешь, нельзя? Да, нельзя. С краю хочу начать. Подожди, сейчас можно, знаешь, как сделать? Ты не будешь сначала? Нет. Эмоциас. Потом. А вот там вот другие комнаты, там кто-то живет? О, привет, девчонка такая. О, смотри, какая она красивая. Привет, это я. Рада, смотри, это только так можно себя увидеть. Классно. А ты будешь таскать сейчас эти стены? А мы можем, кстати, попробовать взять стену. Вот мне так. кажется, она не будет. Мне тоже не кажется. Она, вот видишь, она уже пропала. Она, видишь, она только танцует, радуется. А смотри, а я реально поставить не могу. На нее ставь. Все, тут оставь. Смотри, боже! Давай продолжим нашу стену. Давай уже удобнее, я хочу, да? Уже... Подожди, у нас тут стекло будет. Ау, я забыла. Ну там вот стекло достать. Так, еще. Еще мы можем визуально как будто сделать большую комнату. Сделать угол тоже стеклянный. Ну, не надо так много стекла. Давай чуть-чуть. А давай это будет дверь. О, давай. А там такая маленькая дверь. Ох,
хочется побольше теперь, не? Нельзя? Нормально. Она чуть криво. Это я знаю, это просто такая тоненькая дверь, чтобы продавцы, что продавцы не умели. Они такие большие продавцы эти? Да, да. Я не видела. Дело в том, что я никогда не играла в эту игру. Показать, постоянно смотри. Арина играла с папочкой, они постоянно... А показать, я заспавню продавцов, они меня убивать не будут. Они могут тебе помогать? Почему ты сама все делаешь? Пусть приходят и уже помогают, нет? Смотри. Ой. Ой. Прикольно. А где его лицо? Смотри. А? Смотри, какие они большие. Ого, а зачем ты... Ого, какие они прям огромные. Это, ой! Наверное, это, ой! Все, давай их удалим. А зачем я еще больше заспавню? А что они такие интересные без глаз? Я не знаю. Такие потому одни, что, наверное, игра одни не уме... мелкие, другие. Потому что, средние, наверное, игра, наверное, не сумела сделать. Я не влезаю. Так подвинь ее. Подвинь нормально, поставь, не, а дверь равно... мы сделаем с другой стороны. А ты знала то, что если удалить всех продавцов, даже когда их не видишь, mm-hmm. то их не будет в мире. Смотри, как классно получается. Нам надо будет сделать еще стену, чтобы отделить, зонирование сделать. А ты знала то, что можно из каких-то материалов, я не знаю, каких? А тут двери не забудь. Нет, они... А, да. А давай двери поставим сначала, а потом уже стенку посмотрим, куда поставим. А можем взять... А у нас нет раздвижных, которые такие, ты идешь, а он такой глупый, открывается? А, нету, но знаешь, какая есть? Можно уже ставить дверь открытой. Смотри. Открытые двери? Зачем нам открытая дверь? Может кто-то зайти... А он мог, кстати, тырить в Икеа? Конечно. Или помнишь, мы играли в игру какую-то, что можно было даже полить что-то? Что приходили, мы строили дома, бизнес делали, а к нам приходили, просто все полили, спаливали. Нету. Пожар устраивали, и наше все... Не было такой игры. Нет? Была, нет. Вот недавно строили. Там. Нет, я не знаю такую игру. Дома делали, чтобы жители приезжали, работы, бизнес, вот это вот. Недавно играли с тобой. А вот этот мол какой-то там, да? Ну, что-то, не знаю. А вот этот монополи. Да, ну, наверное, монополи. Двери можно цветом поменять? Я их белой полностью сделала. Где они? Они серые как будто. А давайте их сделаем опять пластиковые. Давай опять. Ой, боже, ты так мило сказала. Упала. Давай сделаем неон. Я хочу, знаешь, как делать? Опять пластик. А давай попробуем плейпорт. Вау, какая белая. Вот это застрется, слушай. Давай попробуем. Боже, какая она красивая. Вау. Все, такую оставляем, да? Давай, ставь. Так? Вот так, нет. Вот так, прикинь, так поставить. Интересно, как ты будешь залазить туда. Такая, оп, и перепрыгнула, да? А мы здесь можно прятаться. Пролезешь? Нет. Ну, почти. Ну, ладно, ставь как надо. 3 hours later. Так, ну покрути, можешь чуть покрутить еще. Туда-сюда, Так, да, давай. И двоечка. А что ты делаешь? Двоечка, троечка. Я ничего не понимаю, что ты делаешь. Чего открытую дверь пытаюсь сделать? Нет, закрой ее, мы просто потом откроем. Смотри. Она сейчас на петли. А закрой ее теперь. Закрой. А когда ты закроешь, ты... Ну, давай. А потом я ее не открою. Не откроешь? Да, ну, поэтому ладно. Давай уже открытую поставим. Ну, ок. Ты давай уже потолок делать. Стекло мы сделаем. Хочу потолок. Ну ладно, делай потолок. А ты знала, короче, у меня проблема. Смотри. Какая? Смотри, у меня ни на что не держится. Ой. Подождите. Об меня. А мы так себя не прибьем? Нет, у нас бесконечное здоровье. А зачем здоровье. Ты там поставила? Потому что как бы потолок по всему дому должен быть. Mm-hmm. Так, и где же наши? Опять! А что оно все исчезло? Оно исчезло, все, я обиделась. Мы весь дом делаем пластиковые. А пластиковые? Мне кажется, это пластиковый дом. Мама, а какой мы цвет брали? Вот такой, да? Да. Тик-т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 ик. Ну-ка, попробуй. Оно? А, да, оно. Класс. Ну, цвет на самом деле очень красивый. Ну, мне кажется, малиновый мне такой. Кажется, он такой вот сильно ядерный будет. Может, белый потолок сделаем?
да? Просто я уже... А прозрачный нельзя делать потолок? Прозрачный белый потолок. Прозрачный белый. А что наверху он висит? Это что такое желтое было? Это вот эти плакаты. Плакаты? Куда идти? А мы сможем взять тут пистолет и популькать его, и будет у нас белый потолок, да? Можно? Ой, извините, отрыжка. Да, да, будет, будет. Да, можно. Хорошо. Только давай сначала сам потолок сделаем. Ага. Нам надо еще как-то... Тишина. Стену сделать. Так, стену. А как мы, у меня вопрос, как мы залазить кровать будем, если... Смотри, как-то, мне кажется, смотри, низко. Может... Подожди. Слушай, мы можем поставить плитку на плитку? А ну-ка, залезь наверх. Плитку на плитку попробуй. Ровненько поставить. Подожди. Ну, чтобы сделать, как высокий потолок у нас будет. Видишь, у нас как-то тут над кроватью. Да, блина! Ур! Где ее поставил? А где ты ее делал? А я, она в кровати была. А лестницы нет, идешь? Ладно, залезь вот так вот пустую и просто перестань. Сейчас. Залазь. Мишка, подвинься. Возьми плитку и поставь ровненько, чтобы как сделать, как выше. Нет, ой, боже, как нет, ровно. Нет, не так, не так. Ну просто возьми. Мне ротинро. Я вижу сделать выше потолок. А выше? Выше потолок. Да, вот так выше. Возьми одну плитку и просто поверни ровно, поставь ее ребром. Вот так. И поставь вот на плитку. Поможешь поставить? Вау, слушай, мы можем сделать реально высокий потолок. И тогда нам не придется залазить на кровать корточками. Вообще-то корточки, это типа я сплю вообще-то. Нет, это другое. Просто спать нельзя еще. Вау. Ничего, что немножко не получается, мы тут просто строим. А в какой ты сейчас игре? Никого нету, не нужно. Это я, это... я могу спавнить, то есть... делать предметы. Да? Да. А продавать ведь можешь? Смотри, Аришка Кэт? Это я одна, то есть. Прикольно. А если бы не одна, то там была бы кучечка, тут, да? Нет, то там была куча бы людей, они бы у меня забирали еду. Как тебе, кстати? Что, как тебе? А как бы ты потом ела? А потом я бы просто умерла от голода. Если так бы приходи ко мне, я тебя накормлю. Ты же знаешь. А, ну конечно. Что, получается у нас сделать хороший второй этаж? Мы что, второй этаж будем делать? Не-не, просто мы сделаем высокий потолок. Можем, кстати, балкон сделать на втором этаже. Или игровую комнату для детей. Игровую точно. Не меня. Игровую для меня. Давай тогда продолжим. А что это за дырка? А что это за кухня такая? Откуда она взялась вообще? Это я ее заспавнила в начале видео. Почему я не могу зайти к тебе? Потому что... Это випка? Это випка. Это випка. И она не платная. Синглплеер. Синглплеер — это с перевода один. То есть это как тренировка перед самой игрой, вроде, да? Вроде да. Ага. Ну как-то так, короче, я не знаю, настоящий перевод. Что с тобой происходит? Что ты это прыгаю. А, опять упяла. Упяла. На печку залезь. Да ё-моё! Всё, замри. Ура. Замри. Ура. Остановись, остановись. Оп-оп-оп-оп. Не парёшь. О, остановись. Стоп. Ну, оп. Ну, ставила куда-то. Всё, остановись. Вау. Ай, наконец. Все равно неровно. Ничего, нормально, это у нас такой стиль называется. Стил. Хай-так. Хай-так. Что за хай-так? Не хай-тек, а хай-так. Хай-так? Хай-так на каком-то языке. Хай-так. На языке хай-так. Хай-тек. Знаешь, какой стиль? Хай-тек. Хай-тек. Стиль такой. Шо? Модерн, хай-тек. А у нас будет хай-так. Модерн знаю. Ой, хай-так, хай-тек. Сейчас стена упадет на мной. А люстра есть? А, упала. Книжечки. Люстра есть? Люстра есть? Есть. Прикольно. Ну-ка, давай со стороны посмотрим. Ну, вот. Слушай, ну мне нравится. Да. Мне нравится только... Так. Ребята, и если вам понравится это видео, мы еще не прощаемся, потому что мы еще делаем. Да, у нас следующая работа. Да. Поэтому, наверное, мы сейчас остановим запись и уже под конец. Да. Ок. Или просто ускорим. Ну да, давай ускорим. Мы не будем так разговаривать! Уже
Блин, Мишка, у тебя там уже посидел. Так долго ты делаешь. Давай, быстрее, я стену ножки наштаю. А нельзя так копии сделать? Тык-тык-тык, вот я не знаю, как копии делать. В рядок оно там все бурк и продолжилось. Подождите, че... Все, да. Я удалила. Я удалила. Я думала, че... Че это удалить, да? Че это удалить, русское. Прикольно. Ч. Да. Чапля. Чапля. Не цапля, а чапля. Да. Идеально. А может, не будем делать под, стеклянную дверь? Ну нет, напротив, нет. Ты напротив туалета! Да мы его уберем, мы его стырим. Ты что, не знаешь, некоторые даже унитаз затырят? Так что давай. Да дело, мы не можем мы же залазить в кровать, я не знаю, ползком, чтобы поместиться туда. Мишка, подвинься. Кровать маловато. А нельзя вторую, третью рядом? А! У тебя Мишка не слетит. Смотри, он типается. Ну зачем? Он же будет грязный. Мишка, иди теперь стирайся. Подожди, а можно показать тебе кое-что? А, слушай, это... поставь еще одну кровать рядом. Сейчас. Подожди. Это что такое? Сейчас я кое-что тебе покажу. Слайд, видишь? Ну. Это что такое? Сейчас покажу. Я вообще не понимаю, что это такое. Это ты просто играешь? Смотри, этим, нет. Не смотри. Это бассейн? Это машина. Как машина? Зачем тебе в доме машина? Ну пусть на улице побудет. Машина? Да. Ну, машина. А, покажи колеса. Эти колеса. Видишь, как мы едем? Ну я вижу, но сейчас. Мне кажется, что он просто царапает мне пол. Нет, сейчас ну, я... Ну колеса я у него не вижу, так что он реально мне поцарапал пол. Поль. Нам. Поль. Смотри. Видишь? Мы... Ну я понимаю, все, покаталась, теперь возвращайся. Возвращайся, теперь делай. Тебе я что деньги плачу за дизайн комнаты. Ой! Ой! Сколько дашь? Нисколько. Я как раз ты голодная. А кто любит малину? А причем здесь малина, я сама не знаю. Слушай, давай сделаем эксперимент, поставим вторую кровать рядышком, потому что как-то вот эта вот она маленькая, а есть у нас в недавних, да? Нет. Почему нельзя нажать на эту кровать и сделать как копия? Нету? Да сама в шоке! Это так неудобно. Было бы классно не заново это все делать. Да, еще у нас сейчас вот этот флоринг уже удалился. И кровать удалилась. Ну, зачем нам? Зачем? Ну, может, оно и надо так. Пластиковое. У нас все пластиковое. У нас все пластиковое, потому что это красиво. Пусть это будет органический пластик. Ну, да. А что такое органический пластик? Не такой вот плохой, токсичный. Не такой вот токсичный. Разверни, пожалуйста. Не, не так. Вот так? О, не, смотри, как стул стеклянный. Угу. Так, чуть по кругу. Вот такая. И рядышком, прям вообще притык друг к дружке. Да. Не туда. Да. Друг к дружке. Вот так. И вторую. Угу. Пожалуйста, прошу, сделай себе швов. Ура! Нет, шов есть еще чуть надо подвинуть. Так, пожалуйста, прошу. Нет, еще. Ой. Ну-ка, нельзя так стрелочками поработать? Подожди. Остановись. Подожди, это остановись. Я... Остановись! Мало доедешь! Ты мышка, и смотри, улетела вообще кровать. Арабская ночь! Ну, поставь ты ее уже. Ну, Рина, у меня же голова кружится. Ну, оставь ты уже все. Нормально, я же поставила. Хватит меня смешить. Так, давай. Все. Давай, я спать хочу. Чуть-чуть. Видишь, зеленая, она не должна быть на нем. Она должна быть просто рядышком притык. Еще двинь. Еще. Под бок. Давай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Оп. Не, чуть-чуть. Еще разочек. Разочек в бок. Подожди. Оп, давай. Давай. Так, вот. Подпишитесь за наше старание. Да, и поставьте лайк, пожалуйста. Ой, ты выступала! Ой, опять кровать ушла. Ну, Арина. Крошек Дэвиш и полетели.
подождем. А пока мы ждем, давайте представим, что там Мишка не валяется, а спит. Давайте. Из-за чего я смеюсь, я сама в шоке. Кровать твоя улетает. Пока. Все. Ставлю. Уже не надо. То мы можем просто взять большую кровать. А что, есть большая кровать? Да. Зачем мы мучаемся? Я сама в шоке. Показать кое-что. Зачем удалила? Мы тут 2 часа мучаемся. Смотри. Вот. Дефолт, видишь? Смотри. А нельзя сделать чисто этот? Смотри. Во. Она некрасивая. Поставь. Сейчас покрасим в белый. А вот убыльцу мы тоже белое покрасим? Какую? Ты как пистолетом собрал. Ой. Фу. Я думаю, вы поняли, что это желтый. Да? Кошка наделала свои дела. Да? Угу. Так, материал пластик. Так. Ту-ту-ту. Наконец-то. Подушки серые. Нельзя их поменять? Могу. Может, даже подушки поменять? Серьезно? Вот. А быльцу поменять? Это? Да. Ой, классно. Слушай, так вообще все. А ну-ка, Мишку давай плюхни его туда. Мама, опять он станет безглазым. Плюхни его. Нормально, постелька. Так, все, продолжаем. А потолок может... А, давай вот это сделай. Давай белый вот это сделаем. Вот это все. Нет, подожди. Давай мы проделаем. Я хочу что-то покрасить. Ну, давайте покрасим. Унитаз. Давайте покрасим унитаз. Получается. Ой, ванна! Теперь мы пойдем все-таки к себе в комнату. Мы ее очень долго почему-то делаем. Уже сколько... Зачем тебе холодильник? Мы даже кровать толком не поставили. Боже, я сама в шоке. Короче, давайте мы сделаем и к вам вернемся. Давайте. Давай. Потому что это будет 100 лет спустя. Давай. One week later. Мы доделали вот эти вот стенки. Сейчас будем делать потолок. И смотрите, мы уже взяли стекло. Да, стекло. Мы хотим сделать витрину. Да. Очень она будет красивая, прозрачная. Не совсем витрину, стекло. Как витрина, да? Стекло, ну, да, что это? Да. Прозрачное. Да, мы там шут. Только у нас будет. Мы всех видим, а нас никто не видит. Вот так вот будет. А это как? Ну, это вот так. Есть такие стекла, когда вот ты внутри стоишь, ты всех видишь. Отблеск такой вот. Как тонировка наклеивается. А это тот случай, когда тебе, когда мы переезжали границу, то тогда тебе тонировку сняли? Да? Нет, это другое. Это просто мне сняли тонировку в машине. Сорвали просто. В какише. Да? В какише. В какише. Полностью. Нет, они какише. С потрохами. А нет, они как ишь говорю. Зачем? Ну так по закону надо было. Ну как бы нормально, да? Нормально, быстрее. Ну вот. Крыша, даже... давай крышу сделаем. Крышу прозрачную. Красивую белую крышу сделаем. Белопрозрачную? Белопрозрачную крышу. Белопрозрачную крышу. Глаз, да? Глаз. В глаз. Глаз. Идите. Подождите. Она сказала, в ананас идите. Не, ну так ты же песня же, да? Иди в ананас или как там? Ой, Roblox Skin, вот бы ты не видела этого видео. В ананас. Да мама. А что он зеленый? Он зеленый. А, нормально. Не белый какой-то, он какой-то грязный. Он какой-то грязный. Какой-то. Грязный он. Мы еще не успели поставить, он уже вымазался. Арина Тока, в такую боку, идите, идите на крошек Дэй, посмотрите новые видео. А гейм? И гейм. А гейм, мы же на гейм родились? Гейм, ну и гейм. Надеюсь, мы сейчас не на крошек Дэй снимаем. Ну, мы играем, значит, гейм. Потому что папа может случиться. Короче, я могу случиться, не папа, а я случайно могу вы на крошек Дэй, короче, сделать. Ну, мы же сказали, всем привет, с вами Крошек Дэй Гейм. Всем пока, с вами Крошек Дэй Гейм. Нет, мы еще не пока, потому что мы ничего не сделали. Да нет, смотри, сколько мы сделали. То, ну, как-то темно стало.
Если что, вот это, это я... А нельзя его прозрачным сделать? Нет. Потому что он будет одинаковый. Да? Короче, давайте сделаем такую атмосферу. А бовелее можно его сделать? А бобыли. Что это такое? Белее. Да я не могу его достать. Достать его, смотри, как темно. А ты лампочку поставишь, она будет светлее, помните? Конечно. Ну давай достанем. Да я не могу! Мне кажется, тебе надо поставить стульчики и подтянуться наверх. У меня есть идея. Лампочку поставь. Я могу поставить холодильник. На холодильник давай. Ой. Ну и так можно было. Ой. Ты перепрыгнула? Опа. Ой, смотри, как хорошо получилось. Есть, поставили. Мы еще поставили одну потолочек. Белый мишка. Мишка у нас продолжает там лежать, отдыхать. Он уже утомился. Утомился лежать и сидеть. Нет, Мишка, давай его на кроватку пусть поспит. Ну, ой. О, слушай, это будет наша люстра. Миша, люстра. Мишастра. Так, давай. Слушай, давай как этот... Не, стрёмно. Подожди, оставь его. Это что-то такие, оно должно быть, как бы, да, романтично, должно быть и страшно. Давай мы там не одного, там, а четыре мишки повешаем. Там, может на стену? И покрасим их в черный цвет, и будет такой, ааа, проснулся, тут такие пять мишек на тебя черных смотрят. Смотри. На стене пусть будет, да? Ну да, давай. Пусть типа пришел, подожди, пришел типа муж и кинул миш, а жена кинула мишку в стену. Она не рада мужу, что ли? Кто может? Рада мужу. Прикольно. Прикольное сочетание. Ну давай продолжим, сделаем стену, поставим красивую люстру и как-то я понимаю. Люстру Мишку? Мишек там поставим. Подожди, Мишустру. Угу. Так, есть еще одна. Еще 355 пластин, и мы закончим потолок. Да. Всего-то. Чего они такие темные? Ты там сама в шоке. Показывают светлые, а они в реале они темные. Сама какие-то. В шоке. Так, это есть. Так, и давай. 4 пластиночек. 5 пластиночек. Да я не знаю, сколько тут еще надо. 5. 4. 5 считаем, да. 1. Есть. Ты подожди, уже смотри, 3. Как ты быстро уже приловчилась. 82 километра later. Уже такой тык-тык-тык, и тут уже все стоит там. Оп. И там еще одно надо. Где? Там с краешку там. Вот так, тук-тук-тук. Еще не одно, мне кажется, даже две надо поставить. Есть еще одна? О, предпоследняя. И вот там вот с краю тоже закроешь. Вот здесь? Возьми сначала. Вот здесь? Закрой, возьми вот эту. Иди туда в угол. Вот так в угол тебя поставлю. Вот сюда ставь. В угол. Так здесь нету. А, нету? О, показалось. Вот здесь нету. Ну давай туда, где-то дырка. Смотри, на кровати там есть как свет. Где-то там, где-то все-таки. Вот. Oh my god. То есть можно сюда пойти, подглядывать, что ты там видишь. Не, еще. Еще две штучки надо. Я же говорю, что какие-то 350 тысяч раз и все. Ну да, всего лишь там. Так, один. Интересно, как лица смотрится, как навалена какая-то. Не знаю. Давай еще вот такой. Оп, все, класс, есть, супер. Они не заканчиваются. Что ж такое-то? У меня уже рука устала. Ну, может, за меня построишь. Ну я вот строю, помогаю тебе морально. А, мама, ты не строишь. Ну я же морально тут. Давай лампу сделаем. Мне прям вообще уже темно, я уже ничего не вижу. Ой. Где? Это за воды рычаг. Ну это будет вентиляция. Оставь ее. Пусть будет, да. Знаешь, самое мое любимое. Это декор. Декор, давай люстру. Люстра. Вип-люстра. Мама, хватит мою кофту отдирать. А, ты просто себя чувствуешь? Извините, пожалуйста. Мы ищем люстру. Ай, давай я поищу люстру. Подожди. Вот это... Подожди, я... Так. Ты какую-то модненькую давай найдем. Ой, извините. Подвесная же есть? Лантерн. Тейбл. Вот. Вверх, на потолок. Не надо, чтобы она тут была. Подожди, да дай! Ну как-то так вообще маловато. Подайте, пожалуйста.
Смотри, какой цвет прям красный стал. Ой, уж, ой. Слушай, а ты, покажи на стену, у тебя тут вообще такие тени. Там видишь, там красный, там розовый, там вообще темный. А давай со всех сторон так поставим. Ой, уже заслепило. Понятно, спасибо за комплимент. Не, ну какой-то не такой. Я думаю, он будет прозрачный, а он получится какой-то грязный. Согласна, ну уже все готово. В ДВП вы будете смотреть. А что такое ДВП? USB-лист какой-то. Какой USB-лист? Не, ну а так вот визуально прикольно, как красная комната получится. Хотя он цвет розовый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотри, как у тебя светло. Ура! Смотри, как пол осветлил. Ужас. Как светло. О, надень солнечные очки, и тогда тебе станет. Ой, реально так светло. Мишка, потерпи. Мишка. А Мишка вообще как будто на допросе, как ты видел мёд. Мёд, я думала, что ты скажешь. Кто спал на моём месте? Кто? Вот это самое я во вторник. Кто пил с моей чашки? Ты пила. Логично. Так долго ты там еще будешь эти люстры делать? Последнюю, куда последнюю? Посмотри, отойди, посмотри, где дырка, и туда и положи ее. Подождите. А уже хватит. А вон, вот. Вот, да, вот здесь вот, да? Да, вот здесь вот, да, вот так это. Опа. Все. Показать, как со стекла. Со стороны мы смотримся. Очень слушай, красиво. Даже неплохо, да? Очень красиво. А два у нас не будет стен. Мы, ну, я имею в виду между комнатами. И сделаем просто... тут кухня будет, там ванну. Ну, конечно, туалет, мне кажется, надо трошечки. Ты куда тут кровать утащила? Зачем? Я ее хотела в уголочек. О, да, вот так нормально. Вот так нормально, да? Да, да, вот так. Вот так вообще супер. Ну, еще все, спать. Все, спать. Ну, как-то не знаю. Я даже не могу к тебе так в гости прийти, помочь построить. Не нет. Почему нельзя? Ну, это было бы классно. У меня вопрос. Короче, подождите. Ребята, как вы думаете, можно ли сделать так, чтобы... короче, в следующий раз мы будем снимать на випке, и мама будет со мной. Угу. Потому да, что у меня есть випка за 10 рубаксов. Я думаю, это было бы классно, потому что я могла бы тебе прийти и помогать. Да, да, я тебе там админку, то есть быстрее. Ты тоже можешь спавнить. Да. Но жаль, что ты сейчас не со мной. Я вот сейчас зашла, и у меня сейчас август 26 число 2023. Вот подождите, сейчас только февраль. В смысле, нет. У тебя реально август? У как... тебя там день ноль, а у меня ой. Ну давай, тогда Мишку мы поставили. Мама, включи звук, пожалуйста. Я отключаю вообще, я думала, к тебе зайду. Нет, не зашла. Two weeks later. Тебе я да. Хочу смотри, посмотреть, как что у нас тут получилось. Смотри, давай, вот так. Мисс, поставь красиво холодильник. Опять Мишка сидит. Да, Мишка классно сидит, кстати. Да. Давай мы поставим холодильник. Холодильник обязательно. Как без холодильника холодильник жить? Там давай. И быстренько расставим всякую. Ты просто выкидывай все отсюда. Выкидывай сразу. Coffee table. Так, потом... Стул возьми, торт обязательно. Вот этот стол, кстати, классно. Угу. Торт? Торт возьми. Для потом... нас двоих тортик. Да, мы еще победимся. Потом салат он возьми. Мам, это фрикадельки. Митболс. Кстати, они очень вкусные. Я ела в Икее, я ела а я ела пюрешку пюрешку. С митболс. А я митболс. Ела просто пюрешку. Очень вкусно было. А я ела картошку. Пиццу будешь? В смысле? Вон пицца. Маргарита. Ну я сегодня уже поела пиццу, поэтому я уже ну водичку туда достань. Так, так у нас я не могу найти мой... Столы. Стол достала? Да я не могу найти плиту. Какую плиту? Так ты же ее высунула. Она у тебя там стоит. Нет. Так, подожди. Так где ты? А ты не можешь написать? Я не знаю, как она называется. Вот смотри, вот холодильник есть рядышком. Фридыш. Так, куки, наверное, куки какая-то там. Куки. Где она? А если ее вообще сейчас... Нет, мне кажется, она там стоит, из-за этого ты ее не можешь тут так, найти. Так. А нельзя написать? Да я не знаю! Кук-шеф, не? Шеф-кук. Вот же она. Ура! Ура, наконец-то мы ее нашли.
Ой, а что это за путь? Ты что, цветок достала? Да. Это алоэ? Ой, слушай, ну, ну прям, ну, ничего так. Ду-д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 у. Ну, стекла не ставь. Почему? Наш... Потому что я хочу ее сделать как бы не совсем там. Вот где-то... Нет, тут мы поставим холодильник. Здесь? Да, где-то тут, только разверни его. Разверни, вот, все, вот так и ставь. Вот тут прямо ставь. Никуда не двигай, просто поставь. Ура! Цветок подними, то есть там рассыпется, придется убирать все. Это вообще какой-то интересный цветочек. Сюда вот так на стол поставь. Он просто очень красивый. Да, красивый на самом деле. Зелень всегда очень красиво смотрится. Ой, ну неровно. Ну ничего, мы старались. Кто старается? Так, а что такое дом 31? Это что такое? В смысле дом 31? Ну там написано дом 31. О, уже 26, 27. А, это метров сколько? Это сколько миллиметров? Так, давай дальше холодильник мы возьмем, поставим в... Я уже устала. Вот сюда поставим холодильник. А нельзя больше холодильник? Как-то, мне кажется, его маловато. Нет, нормально. А что ты? Да, вот так. Печечку. Печечку ставим. Я же не вставила цветок. Зачем тебе еще один цветок? Сама в шоке. Только давай от печки подальше чуть-чуть. Холодильник. Вот так. Да. Есть шкафы какие-то между этими няшками, чтобы поставить? Есть? Я не знаю. Так, мы ищем шкаф. Мы сейчас я уже сделать... думаю, подожди. Я вижу тут кровати. Можно сейчас? Полочку какую-то красивую. Ой, телевизор. Компьютер. Это компьютер. Давай напротив кровати поставишь телевизор. Это компьютер. Почему такой большой есть-то компьютер? Вы смотри, мама. Сейчас показать тебе настоящий телевизор. Угу. Наверное, маленький будет, да? Ой, нет, классный, кстати, такой плазма классный. Смотри, я сравни. Компьютер, видишь? Компьютер. А чем какой-то как деревянный? Это от света. От света он такой зеленого. А зачем тебе этот стол тут? Куда ноутбук, когда компьютер поставить? А нет компьютерного стола? Это какой-то вообще деревянный. У меня компьютер упал. Смотри, деревянный. Ну, там. Ну, читать нормально. А ты знал это? Он прилип, вау. Класс. Теперь стульчики давай к столу. Один. А нет компьютерного у тебя стола? А? Какой-то он вообще не, стул не очень, мне кажется. Нет, да. Компьютера. Я без... А, это системный блок? На пол. Ой. Куда? Под стол. Под стол вот так. Я вот так всегда делаю. Ну, сколько хочется. Вот тут же хорошо. Где наш тортик? Плазму ставим напротив кровати. Ой, мне кажется, можно лучше поставишь ладно, цветочек туда на... Так. Куда-то. Митбол на стол. Мы сейчас подогреем. И будем кушать вот тортик. В Чехии, кстати, мы в Макдональдсе были. Да, мы не в Макдональдсе, в Икеа. А, ну и в Макдональдсе. Ой, сколько ты торту достала. Ну, три случайно. Так они вот так просто... Ты руки мыла? Нет. Так, давай кровать, напротив кровати поставим. Зачем мне? У меня уже глаза болят. Все, бля, расслабься, давай поморгай трошечки. Давай я сделаю. Подожди. Все, нормально. За 100 миллисекунд. Кроватки вот так вот я... Слушай, прикольно, может, знаешь, что если бы не телевизор, мы могли сюда цветы поставить красиво. А ты сейчас можешь шкаф вместе с телевизором поправить, не? А ты постави кровать, она там сбоку. Чуть-чуть, мне кажется, вправо. Ой! Вот так, притык, да, вот так, оп, ставь. А теперь... Мама, большой. Спасибо, что напомнила. Так, вот тут вот сюда поставь. Вот так, класс. Все. Теперь, ну-ка, давай на кровать. Включим. Нормально. Нормально, да? Сидит? Он недалеко? Может, сюда на полоску эту? Нет. Да, мы решили переставить телевизор, потому что... Да, вот тут. Потому что нам показалось слишком далеко. Мы просто в этой зоне сделаем зону какую-то там, вешалку поставим. Где цветочек? А ну-ка, мне кажется, у тебя там со стенки торчит телевизор. Ты что? Подвинь еще чуть-чуть. Да просто у нас же... Ничего у нас влез. Нет, это я его кинула. Да? Так, вот так нормально, норм. Угу. А ну попробуем. Вообще, мне кажется, очень классно. Так, в туалет. Надо сделать такую перегородку. Да, давай. Палет. Зачем тебе палет?
Палет зачем? Классический. Ой. Для чего палет? Для туалета? Да! Не надо палет. Зачем? Почему? Потому что мы можем не палетом. Ты хочешь стенку палетом сделать? Да. Смотри. В такую перегородочку. Смотри. Потому что это здесь будут видеть. Слушай, ну прикольно. Смотри, вот. Вот здесь вы туалет, вот так, ванна и туалет. Класс, только ты еще поставишь одну штучку? Нормально. Только нормально. Угу. Дверца у нас будет? Нет. Дверца не будет? Нет. Как ты заходишь и все в туалете сидят? Да. Ну, не знаю даже. Так... Смотри, какой диван классный. Где? Этот зеленый. Белый. Белый, Миша. Так, ну давай. Вот этот? Давай, унитаз бери. Сейчас, так где унитаз? О, у меня есть одна идея. Я хотя уже увидела унитаз. Мы пойдем, возьмем как бы унитаз. Вот этот. А нету нормального унитаза? Почему? Так это такой? Нормальный. А встроенного нету? Какого встроенного? Слушай, давай вверх ногами унитаз поставим. Смотри, нормальный унитаз. Он грязный. Кто тут ставит? Грязный? Не смотрите. Наверное, там кто-то уже в туалет. А ты знаешь, было, наверное, кто-то... В туалет хотел в магазин сантехники и сходил. Наверное. По центру ставь. По центру. Просто здесь уж будет ванна. Да сбоку там к палету поставишь. Прям ванну хочешь ставить? Конечно, на вот смотри. Этаже? Ого, ванна такая больше. А то не ванна. Это не ванна. А то машина. Тут ванна. Это ванна. А ты через стекло можешь зайти или надо через дверь заходить? Надо через дверь заходить. Ну как, нравится вы играть в Икеа? Да, но мне кажется, туалет маловат. Смотри, нормально. Да, сидит. Ну а умывальник? Вот, а умывальник вот здесь. А умывальник? Где? А умывальника вообще нету. Ну, конечно, зачем? Палетку еще одну поставь. А у меня есть идея. Вот, подождите, у меня есть идея. Палетку достань. Да, хватит палетку. Палетку тяни. Да. Ты не против? Давай. Короче, я хочу, видите? Кейк? Какой кейк? Скала. А, в туалете будет смотреть? Нет. Да ну не надо. Смотри, потом ты там и покрасишь. Крикнем ему. Ты его покрасишь? Да. Ты пока, ты не догадываешься, что я хочу сделать? Да почему? Ну видишь, он тебе не то красит. Не надо, убирай только его. Рамку. Ты представляешь, ты так в ванне купаешься там или в туалет. И ты, о, блин, что он тут делает? Мы покрасили пол. Это не очень хорошо. Теперь надо искать цвет. Думаешь, там он? Ой, фу. Видишь, не он. Мне кажется, рядышком там вот. Вот, вот, вот этот? Нет, вот туда дальше, дальше, дальше. Нет, вот это да. Нет, нет, рядышком. Да я думала, вот этот. Бледный был он. А, нет. Ну, подошел, да? Да. Класс. Поставь палету туда. Ой, ну вообще прикольно. Палет у нас. Так какой, зачем палет? Ванну сейчас закрыть, это некрасиво будет. Некрасиво. Заходишь сразу в ванну и туалет. Если что, это не то, что вы подумали. Вот это я сделала. Это я... Это палетка. Это что? Это вот палетка теней. Палетка теней? А на чем она стоит? На столе? Это что такое? Помоги мне разобраться, что за куча такая нормальная. Это крыша. Ну, крышу можно не ставить, у нас же есть крыша. Просто так вот поставь, типа, как заборчик у нас. Разверни вот так, поверни теперь чуть-чуть. Разверни. Вот так, и теперь бочком, вот так. И теперь ванна, чтобы закрыта была. Вот так? Только, ну, а как ты зайдешь туда? Трошечки, да, вот так. Вот так, оп. Вот так, супер, вообще классно. Смотрите, нормально. Мама такая, ты сделала уроки? Ты смыла унитаз. А это что, стол? Нет. А что это? Это стол, но я его хочу перекрасить. А зачем вам стол? У нас же стол достаточно. Я знаю. Я хочу кое-что сделать. Давай лучше умывальник и кухню доделаем. Так, подожди. Красивый цвет. Красивый, нам не подходит он. Да подожди. Мама, ты не... Ты соседям хочешь отнести? У нас даже соседей нету. Нет, ладно. Это как... Цвет на самом деле красивый. Нет. Подождите.
Я хочу... Под дверь. Кручу, верчу, работать хочу. Да это вода! Ага, реально. Ой, ну ладно. А ты, мне кажется, нельзя? Да включи воду. Включи, нажми. Ну типа льется. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Мам, смотри, типа я ушла. Ааа, поток! Давай, потоп, да, потоп у нас нет, все нормально, у нас воды нету, так что мы дальше. А нам же самое главное сердечко. А тут есть сердечки. Сердечко нету, но нам надо его построить. Вот так как это построить? Да я сама не знаю. Ну давай посмотрим, что у нас получилось уже. Да. Давай, со стороны отходим. Давайте типа... Какой красивый дом получился. Ванная. Ванна. Только убери вот эту вот палету там непонятную. Сейчас сядем. Ванна. Ванна у нас, туалет. Класс. У нас нет ванны, мы сейчас поставим душевую кабинку. А если душевая кабинка? Нет. Тогда мы будем ставить опять ванну. Только она у нас будет в таком виде. Ну пусть да, кстати, мне так больше нравится, когда так повернуто. Потом, здесь. Здесь мы будем спать. Поспали, встали, нам надо пойти поработать, заработать. Мама, отпусти мышку. Извините, пожалуйста, эта мышка задела меня. Так, дальше мы сели за стул, поработали, посмотрели. Телевизор посмотрели, надо пойти покушать. А у нас нет умывальника, чтобы покушать. Идем в ванную. Так там тоже нет умывальника. Идем к соседям. Нет, соседям не надо. Вот стул мне, кстати, нравится. Типа помыли ручки. О, Вася, кусать свои ванны. А ну-ка, включи, пожалуйста, телевизор. Уже включен. Там сериалы интересные идут. Так, у нас, мне кажется, цветок в воздухе, нет? Я взять вот ставку удалила. Что не падает у нас, слышишь? Прошек, почему он не падает? И сама в шоке. Так, потому что. Такая вот тумбочка. Ай. А слушай, а когда ты ставишь, нету кодов вот этих вот мебели, нету? Нет, конечно. Жалко, потому что если бы можно бы так вот жила, в интернете в Икею зашла, посмотрела. Вот мне нравится эта тумбочка, ну капец нравится. Взяла бы, зашла по QR-коду. Короче, ну... Или по стрим-кода. Переставь ты экран. Да я! А цветок так я ставь. Да? Так я ставлю. Ну что, прикольно. Ладно. В воздухе такой. Хеликоптер. Класс. Подожди. Мам, подожди, смотри, мам. Арабская ночь. Да. Слов мы не знаем больше, не знаем. Никто из нас не знает больше слов. Зато мы поедим тортик. Идем за компьютер. Поели. Подожди, а клавиатуры нет? Нет. А как мы будем? Я сама в шоке. Так. Давай умывальник тогда поставим. Давайте едим. Как вкусно. Нам же как-то... Типа помоем руки на плите. На плите умывальник. Пойдем покупаемся, а вы закройте экран. Да, типа мы, типа 15 минут спустя, типа мы покупались. Ну а с вами был Crochet Day Game. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Всем пока-пока! Покажи со стороны, как получилось. Такой вот. Да. Пинк стайл! Ура! Девочка, Crochet Day! Пока!